неликвиды и затоваривания. Что делать? Если у вас относительно рынка небольшая торговая компания и вы можете расти, вкладывая деньги в оборотный капитал, и перед вами стоит вопрос, продать ли сразу весь объем неликвида с большой скидкой, либо продавать неликвид по максимально возможной цене в течение длительного периода времени, то общий подход следующий. Если ежемесячный доход от разовой продажи со скидкой и вложения этих средств в оборотный капитал больше или равен ежемесячной выручке от продажи неликвида по максимально возможной цене в течение длительного времени, то выгоднее продать все сразу со скидкой. Почему это так? Смотрите расчеты в полном видео. Ссылка в описании.